Приветики! С вами Мелис, и мы продолжаем играть Garden Life и Cozy Simulator. Чуть не забыла название. Что ж, надевай наушники, бери что-нибудь покушать и приятного просмотра. Ух ты, это походу мы такие классные и красивые. Что ж, у нас задание висит. Выполнить просьбу Лейсли о постройке своего киоска, но я уже не помню ничего. Что бы это значило? Оу, что-то не так. Похоже, я не играла давно и отвыкла от такой картинки. Вот что-то странное просто вот происходит, как будто разрывы. Ладно. Ладно. Вчера вечером у меня были проблемы с работой. Хочу немного порисовать, чтобы отвлечься. Не могла бы вы прислать несколько белых гелиборий для этого? Я работаю над фэнтезийной версией леса, где мы с Робин впервые нашли их. Хорошо. Так. Во-первых. Здесь мы сдаем заданица. Мне нужно выполнить просьбу, если о постройке садового. Ага. Так, а где эта штука? Где это? Где это? По-моему, R. Нет. T, F, Tab. Короче, нам просто надо выполнять задание, скорее всего. Так, ладно. Ты у нас тут в порядке, полит. Что у нас тут еще? О, у нас тут новые цветочки, так. Счастливо, вы все счастливы. Дождь, кстати, закончился. Пионы. Это пионы. Нет, вот пионы. Вот это розы. А вот это у нас пионы. Тюльпанчик, кстати, тюльпанчик. Тик. Теперь у нас есть один тюльпанчик. Так, что у нас по заданиям? Красные черенки тюльпана. Еще две штучки надо будет. Тюльпан. Подсолнух, розы, нарциссы, подсолнухи, и пошло-поехало. Все то, чего у нас, по сути, сейчас и нет. Нам нужно, помню, букеты были. Букет нарциссов есть. Нет. Мне нужно где-то были букеты, я помню. Вот, букет красных роз. Так, у меня всего 3 букета красных роз. Букет красных роз. Мне нужно еще 30 роз. Мне нужны еще розы. Во-во. Это мне надо бы как бы вот так. Да. Кстати, соберем на всякий случай пиончиков. Чуть-чуть, пусть будет. Вот, отлично. И думаю, нам надо сходить за тюльпанами. У нас всего один тюльпанчик. Я же перед этим, помнишь, собрала его. Он так быстро вырос, что ли? Ладно, вот они потихонечку вырастают. Хорошо. О, нарциссы. Забираем. Так. Тинка. Сколько у нас розочек? 44. Отлично. 50. И у нас будет букетик. 48. 49. 50. Пошли сделаем букет. Это издевательство какое-то. Что за издевательство? Вот у меня это уже леший во мне поселился, блин. Так, отлично. У меня сколько? Еще один букетик. Отлично. Так, это мой инвентарь. Мне надо бы что? Мне нужны просто красные черенки розы. Пошли. У меня, если кто, собачка кашляет. Все. По идее, я могу сдать заказ. Вот.
Отлично. Так, теперь мне нужно еще 5 черенков тюльпана. И букетов очень много. Белые черенки черемицы. Поехали купим. Поехали купим. А эта черемица мне нужна. Так, здравствуйте, здравствуйте. Да. Черемицы. Вот они. Раз, два, давай, три штучки. Дальше. Подсолнух нормально, роза есть, красный тюльпан. Еще возьмем. Мак. У меня 3 мака, по-моему, сойдет. Желтый нарцисс есть. Гортензия. Давай гортензию возьмем. Потом на красный пион. Цикламен. Давай возьмем. Розу децентра. Красная лилия. Мне кажется, мне это уже не надо. О, нет, все, до свидания. До свидания, до свидания. Спасибо, мне это не надо. Белые черемицы. Я не нашла, я его купила. Я его купила. Так, я бы хотела тут уже, знаешь, покрасивее все сделать. Я уже видела всякие прикольные картиночки, как там все красиво обустраивают. Вот это мы все вот так вот делаем. Стой, блин, растет на глазах. Реально, растет на глазах. О, нарциссы. Нарциссы. Стоп. Оп. Он опять вырос, ты посмотри. Это мы сложим вот сюда. Вот это мы заберем. Это теперь мы польем. Кстати, а реально полить-то надо? Вот, их поливать надо, слушай. Видишь, где серая, там надо поливать, чтобы она стала зеленой. Так, надо дальше допалить их всех. Потому что я на самом деле могу этим грешить. Я могу про это просто забыть. Так и в жизни, серьезно. Вон, посмотри, сколько надо полить. Они вообще погибают, слушай. Вот это вообще погибает, он даже не зеленый. Он даже не зеленый. О, простите, прости меня, цветочек. Даже не зеленый, капец. О, видишь, сразу прорастает. Теперь предлагаю ускорить их рост. Ускорить рост. Ускорить рост. Так. На самом деле у меня куча всего. И это бы убрать. Блин, у меня куча всего. А, у меня в инвентаре куча всего. Так. Вот это... Вот это. Вот так вот. Я не знаю, кстати, что это. Уже поздно, садитесь на автобус. Я только успела полить растения. Вы о чем вообще? Какой пройти? Нет. Кстати, я эти не полила. Какое растение? Полить излейки. Я поливаю, оно не хочет.
нарциссики. Да. Мне кажется, нам фонарики надо делать, потому что мы уже, походу, ночные жители тут. Мы это все в темноте делаем. Так, во-первых, что нам надо? Что нам надо сделать там по заданию? Я уже запуталась. Что у нас есть, а что у нас нет. Кстати, белая черемица. Давай посадим пока белую черемицу. Не знаю, давай ее вот тут посадим. Отлично. Так, я хочу какой-то декор сделать. Дорожку какую-то прикольную. Так... Лестница, нет, камень, нет, лягушка, пруд тоже нет. Фонарный стол. Греческий постамент. Что это? Прости, основа. А, снеговик. А нету дорожки. Гипсовая стена. Тут все гипсовое. Бумага оберточная. Гирлянда. Где это все брать? Так, ладно, это все очень странно. Хорошо, что у нас по зданию? Красные черенки тюльпана. У нас тут подрос? Кстати, у нас подрос. Оп, отличненько. Это мы сделали. Что у нас еще тут надо делать? Так, черенки подсолнуха растут. Букет красных роз надо сделать. Букет желтых нарциссов, букет подсолнухов, красных маков. Это все у нас растет. Красные розы и желтые нарциссы. Так. Розы. Так, нам нужно что? Ага, надо собрать последние розочки, чтобы сделать последний букет. Так, нарциссик. Нарцисс. Ты ко мне? Да. Вот, тут много. А, они нам пригодятся. Давай я уже все соберу. На посту. Так, это, кстати, пионки. Он нам тоже нужен. Нам еще нарциссы нужны, по-моему. Букет из них надо сделать, да. Так, тебя. Мне кажется, нам нужен инвентарь побольше. Я вспомнила задание с киоска. Нам нужно... То есть, получается, мы делаем какие-то букетики тому человеку, а он нам делает киоск. То есть, одно из заданий. Далеко ушло. Так, все. Давай сделаем букет красных роз. Отлично. У меня есть красные розы. Букеты. Три. А где? А где мой букет? Оп. Это сюда. Это сюда. Это сюда. У меня есть где-то склад. Хранилище инструментов. Могу и сюда ставить. Там мешают. Так, а где мой букет? А, все, оно здесь. Так, отлично. Одно задание. Букет желтых нарциссов. А, это большое задание. Букет желтых нарциссов. Давай посмотрим. Так, давай-ка. Как нам надо? Еще надо. Угу. Еще один букетик нам нужен нарциссов. Сколько нам не хватает? 6. Ну, нарциссов у меня больше не мам. Больше нет. Так, тебя можно вот это вот полить. Что, тебя тут можно чуть-чуть? Тебя... Вас тут чуть-чуть быстренько вот так вот побрызгать. Быстро выросли. Ну все. Ну вроде все.
на следующий денечек уже идти. Убирать. Так, нет, слушай, у меня есть семена какие-то. Давай семена. Скажу. У меня есть какая-то красный цикламен. О, красивый, красивый. Я бы здесь сделала реально дорожку. Это цикламен. Я без понятия, что это такое. Так, где его садить? Где мне его посадить? Я не знаю, где мне его садить. Гортензия. О, гортензия, это прям круто будет. На самом деле. О, теперь мне надо лечко, чтобы полить это дело. Вот, это мы полили. Это полили. И вот тут. А, это еще полить надо. А то я посадила и не полила. Все. Можем сейчас вот эту штучку взять. Теперь их удобрить. Чтобы они побыстрее это дело выросли. Все, отлично. Поехали. Следующий день. Следующий день. Дам, дам, дам. Мы будем долго выполнять эту просьбу, я уверена. День 7. О, а тут нам ничего поливать не надо. Как бы дождь. Слава богу. Походу, это единственная игра и место, где я люблю дождь. Что у нас? Я сейчас очень загружена делами, но не смогла устоять перед желанием написать вам. Нет ли у вас возможности прислать несколько пионов из сада? Хочу сделать сюрприз подруге, которая их просто обожает. Темно-красный пион. Ё-моё, темно-красный пиончик. Хи-хи-хи-хи. Так, ладно. Темно-красный пион, кстати, почти у меня есть. Я могу ей отдать темно-красный пион. Забирай. Отлично. Дальше. Что у нас дальше по заданию? Красные черенки тюльпана. Угу. Так. Подсолнух. Понятно. Вот, от нее нам надо сделать задание, чтобы нам сделали садовый киоск, и 750 флорины нам дали. Вот. Это букеты. А с букетами очень долго. У меня мало маков и подсолнух. Я прям не знаю, как мы будем с этим справляться. Нам их либо докупить надо, либо очень долго ждать. О, подсолнух, кстати. Ох, ё-моё, ты посмотри, как гортензия вымахала. Посмотри, какая она огромная. Рейс, мне неприятно об этом говорить, но похоже у вас проблемы с родителями. Посмотрите на тучу насекомых, жужжащих вокруг растения. От родителей можно избавиться с помощью опрыскивателя. Может, он найдется в магазине Уэсли. А где? О, кстати, тут семена можно собрать. А где вредители-то? Я не вижу. Подожди. Подожди. Подожди, а вредители-то где? Я не вижу. О, смотри, сколько нарциссов. Отлично. А, я теперь я вижу. Теперь я вижу. Окей, я поняла, о чем ты. Хорошо. Это такие же розы? Или это просто светлые розы? Тюльпанчики, это мне надо. Так, тебя взять. Отлично. А это что? Это тюльпанчики тоже какие-то. Я поняла, если их, походу, не срезать, то они будут давать семена. Короче, поехали. Поехали в город. Либо мы покупаем семена, либо мы ждем денечек-два, чтобы нам растения сами дали семена. Мне нужен опрыскиватель, пожалуйста. Опрыскиватель, помогите мне. Да. Вот, мне нужен спрей. Очень много. Очень много. Очень много. Спасибо, спасибо. Бай-бай.
Хотя, вроде, знаешь, дождь, а вредители летают. В такую погоду. Как-то, ну, такое. Распылите его на зараженное растение, пока вредители его не уничтожили. Это их отпугнет. Не забывайте, что некоторые сорняки могут оттягивать внимание от вредителей на себя. Это может помочь ними справиться. Так что поэтому не надо убирать все сорняки. Понятно, хорошо. Где это? Оп, отлично. Все. У меня все растения в порядке, больше никто ни на кого не посягнул. Иначе и душу. Все хорошо. Ну, вроде все хорошо. Так. Что у нас по зданию? Я не знаю, что это. Красные черники цикламена. Так, давай-ка. У нас куча инструментов всяких. Это просто кошмар. Давай-ка. Инструменты. Вот тут. Боже, сколько у нас этих инструментов? Так, у меня еще есть темно-зеленый плющ. Так, темно-зеленый плющ. Давай мы его посадим. Ага, мне надо еще одну такую сделать штучку. Ладно. Давай-ка сделаем. Гипсовая дверь. Она так называется или нет? Блин, я не помню, где ее брала. Я ее покупала, что ли? Я не помню. Ладно, давай делать здание. Черники тюльпана. Окей. Желтые черники подсолнуха. Букет красных маков. Букет подсолнух. Черники черемицы. Так. Черемиц, по-моему, это, да? Да. О! Отлично. Так, майки. Ну, давай соберем майки. Пока они нам нужны, соберем. Там будет дождемся, когда они вырастут и дадут нам семена. Так, еще, по-моему, нам нарциссы нужны. Так, тюльпан. Раз. Подсолнух. Нарцисс. Нарцисс. Букет. Я не помню, сделано или нет. Да, один букетик нарциссов нам. Органик. Все. Это у нас имеется. Угу. Это имеется. Подсолнухи сейчас соберем. Это сделали. Это мы собрали. Так, гортензию пока не трогаю. Пусть дает следующие кусты, она нам пока не нужна. Так, букеты подсолнух. Посмотрим. Сделали один. Один сделали. Сюда. На базу. Установить садовый киоск. Хорошо. Что у нас дальше? Майки у нас пока растут, ничего с ними не сделаю. Черенки. О, отлично. Сейчас мы ей и отдадим. Черенки. Так. Собираем. Спасибо. Спасибо. Так. Быстренько. Быстренько он. Так. Дальше. Тюльпан. О, тюльпанчик, отлично. Все. Слушай, вот это мы можем отдать. Мы уже два заказа сделали сегодня. Это неплохо. Ага. Сколько у нас осталось? Два заказа всего. Так, черенки. Подсолнуха. Угу, отлично. И дальше букеты. Это будет посложнее. Намного. Так. Это мы можем отдать.
Давай отдадим. Давай. Не люблю, когда куча заданий. Лучше пусть одно висит и большое. А я их просто удобно. Так, отлично. Так. Вот. Имена. Отличненько. Кого я собираю? А, это роза, что у меня? Господи, у меня тогда дофига роз. Зачем мне столько роз? О, тюльпанчик. Отлично. О. О, там еще маки. Отлично, потрясающе. Все. О, блин, еще подсолнухи. Опа. Нарциссы. Я за то, чтобы наготовить уже просто кучу всяких букетиков, и они у нас были. Это сюда? Это сюда. Пошли какие-то, может, букетики сделаем. О, букет красных маков, кстати, можем сделать. Он нам как раз-таки нужен. Вот, букет красных маков и желтых подсолнух. Подсолнухи нет. Красных цикламенов. Ладно. Так, это у нас что? Хранилище декора, инструментов, семян. Семена у нас вот здесь. Лилия, кстати. Очень красиво. Лилия. Давай лилию посадим. Ну бы нет. Если у нас есть семена, надо посадить. Так, а вот это вот все остальное надо бы убрать. Слишком много всего у нас. Бледно-желтый. Черенки нарцисса. Белый чук. О боже. Мне кажется, мы реально скоро в этом запутаемся. Это трэш. Кстати, букет маков надо убрать. Так, стоит. Что, пошли садить. У нас есть красный роз. Нет, давай без розы. Так, у нас есть дицентру. Что такое дицентру, я без понятия. Давай ее здесь посадим. Сейчас она польется, отлично. И красная лилия. Красная лилия очень красивая будет. Давай ее как раз-таки вот здесь посадим. Вот одна. Темно-зеленый плющ, его надо пустить на что-то. Но у меня нет этой ограды, интересно. Вот так вот возьмем. Так. О боже, вы опять выросли. Боже, вы опять выросли. Красота какая. И маки выросли, да? О, моё. Видишь, листья вырастают. И подсолнухи, офигеть. Так. Что я хотела здесь полить? Вы готовы? Кстати. Удобрю тебя. Вас тут удобрю. Тебя удобрю. И вас тут удобрю. Почему бы и нет? Отлично. Все, в принципе. На сегодня, думаю, все. Растения можно не трогать. Можно идти на следующий денечек. Тут у нас сегодня очень быстро проходит йог. Давай посмотрим, что у нас сейчас будет на восьмой день. О. Ну, думаю, мы уже сегодня должны выполнить задание и сделать киоск. А и что за палаги странные? Реально, какой-то FPS очень мало. Хочу пополнить свою коллекцию цветов цикламенами. Думаю, лучше всего с этим вопросом обратиться к вам. Как главному садоводу деревни, буду очень признательна вам за помощь. Красные черенки цикламена? Что это такое? Так. Все убирать не будем, все же они приносят пользу. Ты что такое? Ты кто такой? Вау. Так. Нам нужны подсолнухи. Ё-моё, вредитель. У нас вредитель. Срочно нужен распылитель.
потому что у нас вредитель. Кстати, семена. Давай, плюс сюда уберу. Это у нас что? Красная роза. Сюда не надо нам. Так. Так. Отлично. Вот, вижу тут семена. Отлично, но и вижу тут тоже покусились на это. А, ну у меня все пусто. Пусто. А куда мне его тогда? Куда его тогда выкидывать, если оно пусто? Боже мой. Боже мой, как все плохо. Ой, ё-моё. А, я его запомнила. Я что-то новое взяла. Оранжевую розу. Божки, моя тревожка. Классно. Давай. Так. Всё. О, отлично. Заполнила спрей. Заполнила. Отлично. Заполнила. Заполнили спрей. Что дальше у нас происходит? Так. Тут все хорошо, тут все хорошо. Давай, нам нужны маки. Насколько я помню. Так. У нас получается 3 букета красных маков, 5 роз, 5 нарциссов. Так, подожди. 5 подсолнухов, 5 маков. Всего по 5 должно быть. 5 маков, 5 этих. Угу, еще надо маки и подсолнухи. Так, пошли за подсолнухами. Ага. Отлично, это готово. Так, и что у нас по заданию она еще хотела от нас? Кто-то вот. Черенки цикламены. Не знаю, что их, но мы это спокойно можем отдать. Выбирай. Я не знаю, что тут цикламен. Кошечки. Просто их тут слишком много, я уже не различаю, что есть что. Так, желтый нарцисс. Нарциссик, ну, можем посадить. Почему бы и нет? Желтый нарцисс. Вот так вот. Пусть будет. И еще раз пусть будет. Почему бы и нет? Так, у нас там какие-то классные розы. Оранжевая роза, вот. Ее я хочу куда-то посадить. Куда? Вот, не знаю, куда. Пойти. Оно сейчас польется. Я это удобрю. И вообще потрясающе будет. И вас удобрю. Ну, вы нет. Я удобрю. Куда у нас всего? Маки выросли. Надеюсь, все, мы сможем сделать уже все, что нам надо. Нет, Олег, нет. Не хватает. Не хватает. Нам нужно вот этих 3 букета и вот этих 2 букета. У нас не хватает. О! Готовы. Поспели. Поспели. Подсолнух готов. Так. Это высокий. Отличненько. Еще не вырос. Хорошо. Букет. Готов. Оп. Готово. Мне надо их удобрить. Что ж я делаю? Мне же они-то и нужны. Мне надо, значит, их удобрить. Чтобы они росли побыстрее. И вырос.
О, вот так. А с нее я соберу потом семена. Не будем их трогать. О, божечки. Господи, какие вы быстрые. Слушай, тогда мы сейчас точно должны сделать задание. Я думаю. О, вот. Отлично. Хочу быстренько уже сделать задание. Чуть-чуть не хватило, слушай, не хватило совсем. Не выросли, еще не выросли. Красная роза. Нет, мне больше красная роза не нужна. Мне и так много, слишком. Так, смотри, роза, тюльпан, роза, красная. Темно-красный пион. Желтый, бледно-желтый нарцисс. Желтый нарцисс. Это подсолнух. Подсолнух, кстати. Подсолнух, кстати. Все, нам по одному букету надо сделать. Оп. Я жду еще один. Еще один должен вырасти на глазах. Майки? Мне нужны майки? Да, мне нужны, кстати, майки. Так, давай, это сюда. Это сюда. Это сюда. Да, все, мне нужны подсолнух. Еще один подсолнух, еще один подсолнух, еще один подсолнух. Давай, давай, я тебя жду. Мы ждем подсолнух. Можно, конечно, нарциссов собирать. Но... Смотри, какая роза красивая. Не будем трогать. Пусть растение семена дает. Все. Отлично. Все. Ошиблись. Готово. Пошли отдавать задание. Здравствуйте, я вижу, что вы приступили к работе над списком дел Робин. Мне не хотелось спросить об этом, чтобы вы не почувствовали давление, но спасибо. Это много значит для Лори. Лесли благодарит за букет, и ничто удивительно, уже связала все. Плотников, зная ее, к следующему вашему приезду на деревенской площади должен появиться киоск. Еще кое-что. Вы, наверное, видели в списке дел пункта о павильоне. Пожалуй, я снова его открою. Взгляните, пожалуйста, когда будет время. Думаю, будет здорово дать ему еще один шаг. Супер! Спасибо! И снова отличная работа. Все идет как по маслу. Пусть и дальше все будет так. Ну, слушай, все отлично. Павильон. Надо же, Жасмин, оказывается, его закрыла. Это непременно вам понравится. В этом месте есть все, чтобы стать чем-то особенным. Да, да, у нас 1280. Нормально. Все, слушаем. О, они семена дали только сейчас? Странно, странно, слушай. А почему они так семена странно дают? Уже ж как бы пора вообще-то домой. А они семена дают. Это нормально? Так, ну давай я вот это все. Дальше продолжим вот это. Вот так. Так, кто еще может семена хочет дать? А, только сейчас домой, блин, тогда стемнело очень рано, получается. Кто? Я собралась. Ну, походу, все. Ну, и да. Можно? Домой идти. Нет, еще что-то. Давай-ка на этом заканчивать, потому что в следующем ролике у нас уже будет свой киоск. И, скорее всего, мы для него уже будем делать букетики и разные композиции. Так что, спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик, комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. И все. Все ссылочки на сети в описании канала. И всем пока-пока.